Я начну. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Аплегенд, второй раунд Summer Major. Сегодня столкнутся такие команды, как Феечки против ATB. А комментировать для вас эту встречу буду я, Гениум, и мой напарник Мистер Деус. За картинку отвечает Дмитрий 55. Да-да-да, прошу прощения, говори. Очень уверена команда ATB в этой встрече. Забрали они карту плата своим пиком против такого устрашающего противника, как Феечки. Не побоялись они этого сделать. И будем смотреть, что нам покажет эта команда, какие заготовки. Сетапы стандартные. Будет очень интересно наблюдать. А пока передам слово своему напарнику. Большое спасибо тебе за слово. Сейчас... Игра, я надеюсь, уже начнется, и будем смотреть за происходящим на карте, буквально первый раунд. И, конечно же, будем надеяться, что сегодня команды приготовили что-нибудь особое, потому что этап серьезный, и бывают разные игры. Сегодня, надеюсь, будет хорошее. Выпадает первый овердрайв, его забирает Кут. Будут ждать Феечки появления еще одного минимум овердрайва на других корпусах, чтобы совершать атаку. Именно таким стилем они играют на этой карте. Команда ATB достаточно хорошо, тоже резво начинает. Не отдают инициативу своему сопернику. Не зажимаются и пытаются делать какие-то микромоменты по захвату преимущества на карте и контролю. Кут с овердрайвом пока занимает центр, на него выезжает MVIT, но захода здесь не будет. Шафты занимают для себя выгодные позиции, уже есть первые шарики, будут их откидывать, скорее всего, на контроль первого овердрайва, второго. И будет интересно, кто заберет второй овердрайв, потому что, скорее всего, после контроля второго овердрайва будет сделана первая атака от обоих команд. Но тем временем ATB без овердрайвов пытаются поддавить Феечек, они уже под их базой, но грамотно отыгрывают команда Феечки и прерывает эту атаку для своего соперника. Дик Стейси сводится на выпадающий овердрайв, его убивают, и здесь должен быть овердрайв для Глади for my lover, и MVIT пытается вывозить на центр, некому встретить из команды Феечки и прервать эту атаку. Флойд блокирует всех противников, убивают MVIT, но здесь уже есть Дестрайдер, и это будет первая доставка для коллектива ATB. Резвое начало и первый флаг для команды ATB. Ой, ты сказал резвое, я сразу вспомнил резвую одну кибера спортсменшу танковую, которая раньше участвовала в киберспортивных боях. Но, в общем, действительно, уже 1-0, так вот интересно все началось. И ведь буквально для оплаты за 2,5 минуты это действительно очень быстрый разворот событий. Но посмотрим, что сейчас есть заход со стороны синего коллектива. Один флаг поставили, на этом они не намерены останавливаться. И сейчас есть еще деф со стороны красных. То есть, действительно, красных очень много на своей базе. И, скорее всего, за счет наличия овердрайва у них получится задефать. И, ну, атаку даже какую-то настроить, наверное, минимальную. Там Кика есть, который... Ой, как хорошо Флойда подбрасывает. И, скорее всего, зафокусят его. Но самое интересное вообще еще впереди, потому что большое количество овердрайвов... Действительно, можно раздаваться, можно заходить вместе с командой. Вопрос только, кто сделает это первым. И вот непонятно, потому что на центре происходят в основном бои. Некоторые игроки пытаются как-то проехать через этот центр и сделать достойную атаку. Не получается, правда, пока что. И битва за оверку на центре забирает ее MVIT. Ну что ж, несмотря на это, кстати, они не заходят. То есть, ну хорошо, забрали вы оверку. Но нужно теперь заходить, потому что вы с этими оверками будете очень долго стоять, и впоследствии они окажутся бессмысленными, потому что у противников тоже есть овердрайвы. И один овердрайв контрит другой овердрайв, как крючки, это все цепляется друг за друга, и нужно действовать. Желательно синему коллективу, кстати. У синих сейчас, если так посмотреть, овердрайвов больше.
И есть еще, вот самое главное, есть оверка Моргана. Морганы, с которым нужно заходить, плюс вот паладин, допустим. Дик Стейси, если что, готов давать шарик свой на подстраховку. Вот нужно прям заходить. А со стороны Флоры есть, правда, шарик, который может все это задефать. И здесь нужно, чтобы Дик Стейси был готов сливать Флору для того, чтобы в дефе там сверху никто в случае чего свой шарик не выдал, и можно было полноценно заряжать команде. Да, ждет сейчас команда ATB, они не спешат юзать овердрайвы Диктатора и Паладина. Хотят они выбить этот шар, скорее всего они ждут выпадения следующего овердрайва и хотят забайтить шафта на этот овердрайв, но решают они прожиматься, Десрайдер не спешит, хотя возможно зря MVAT нажимает свой овердрайв и скорее всего он уже будет... бессмысленным. Моргана встает под левую сторону, будет пытаться забирать овердрайв, он его раздает на Флойда, будет контролить следующую. Замечательный момент, Флойд нажимает в никуда свой овердрайв, но будет пытаться увозить. Команде феечки сейчас нечем задефать этого Флойда, летит шарик, великолепный шарик от Дик Стейси, они всех убивают и будут стоять на конвейере. Сейчас, возможно, будет третий флаг увозиться для команды ATB. Отлично разыгрывает этот момент, чувствует себя очень уверенно на этой карте. MVIT хватает третий флаг, будет возить его на центр. Ну, у Флоры здесь уже будет шарик, я думаю, не смогут они никак увести этот флаг, к сожалению. Но очень достойный уровень показывает нам команда ATB, но здесь уже готовится контратака от команды Феечки. Раздается Gladiator My Lover под Little Hope, но Моргана посчитал, что... Поспешили они с этим моментом и слили их. Закончили эту атаку для команды Феечки. Нехорошо идет у них игра. Видно какая-то несобранность. Посмотрим, что будет дальше. Моргана делает очередную атаку, вывозит наверх. Нету никого, чтобы его встретить, но оставлять флаг наверху тоже не лучшая идея, поэтому он решил прыгнуть. Если бы он оставил флаг на платформе, он бы сделал только хуже для своей команды на следующие 30 секунд до возврата флага. Контролят карту ATB. Ну, они и выступают за сильную сторону на этой карте. Знаю я, что не очень любят феечки красную базу. Они играют более активно за синюю. И очередной овердрайв в копилку ATB. Отлично работают по таймингам эта команда, отлично работают как команда. Сольных заходов я от них пока не вижу. Только респект по первым 7 минутам этой карты. Осталось всего 3 минуты, и феечкам нужно начинать какой-то камбэк. Да, я с тобой абсолютно согласен. Вот есть оверка Флора, на которой как раз-таки это можно, ну, можно поддержать свою команду, как можно поддержать затею. Как минимум можно поддержать затею, например, Викинга, который может зайти на оверки. И надо уже действовать, потому что остается очень мало времени для плата. 2.5 минуты – это крайне мало. И вот Данил, у меня в чате... Тут в чате вопрос задали, написали, что мы вот напряжение между нами чувствуется. Ты как, Данил, расслаблен вообще? Я на полном расслаблении. Вот, я тоже на расслаблении. О чем говорят люди? Какое напряжение? Мы здесь максимально расслабленные люди. Сербните холодного чая, и все наладится. Хорошо, большое спасибо за совет. Обязательно послушаем. Но давайте мы вернемся все-таки на карту. Если какое-то ненапряжение вы говорите или напряжение, будем решать. Но, в общем, 1.5 минуты остается. Феечкам нужно что-то делать, но будем честны, потому что на плата за 1.5 минуты 2 флага не доставляется. То есть здесь база, которую можно, в принципе, садефать, и даже если там 5 минут остается, команде хотя бы 1 флаг поставить, потому что... Можно даже овердрайвы вражеские дефать по-хорошему на этой базе. Она очень хорошо расположена, поэтому какие-нибудь поставленные даже минки могут очень многое решать здесь. И, соответственно, за 1.5 минуты тут особо ничего не сделаешь уже. И феечки в первом раунде, как бы грустно это не звучало для их там, последователей, фанатов, доброжелателей, но здесь они проигрывают.
Великолепно отыграл в последнем моменте Дик Стейси. Он выпустил шар небезидейный. Он был выпущен в диктатора. Он не дал законтролить диктатору, считай, что последний овердрайв на карте. И не дал феечкам сделать ту самую последнюю заветную атаку с возможным конвейером. В данный момент мы наблюдаем, что накопился овердрайв у Death Rider, и он уже никуда его не будет нажимать. Этот овердрайв уйдет чисто на деф. Уверенное начало от команды ATB. Меня очень радует то, что эта команда максимально собрана и сыграна в этом матче. И, честно, немножко я не ожидал такого результата на плата. Знал я, что любит этот коллектив данную карту, но все же в моем понимании феечки были посильней. Ну, посмотрим, что нам покажут обе команды во втором раунде. Это как минимум, эта встреча как минимум обещает быть очень интересной, потому как вторая карта уже будет Иран. И это пик со стороны феечек. Посмотрим, что же там будет. Действительно, посмотрим, что произойдет на Иране. Но вот меня феечка, конечно, часто расстраивает в том плане, что я вот... Во-первых, наши, да, ребята, которые, ну, может быть, недавно у нас на стрим-то, но все же уже как-то пообщались, уже комментировали вместе, есть какая-то предвзятость, это во-первых. А во-вторых, я вот как посмотрел еще в прошлом этапе игру с Team Pointers, так постоянно хочется немножко болеть за феечек, потому что они действительно хорошую игру тогда показали. И вот постоянно, вот большое количество матчей уже было, когда вечно вот чуть-чуть совсем им не хватает. Вот, казалось бы, вот еще капельку возьмете, выиграете. Но нет, вечно у них какие-то проблемы, вечно вот, ну, с чем-то какая-то грубая ошибка. Там, вспоминаю, допустим, комментировали с Ваней, был раунд на песочнице, там, где у Флоры немножко забылся, и, соответственно, на своем Ареса Шефте ехал немного никуда нужно. Что, Дима? Итак, начинается второй раунд. Команды борются за овердрайвы. Вот сидел между первым и вторым раундами, думал, кого бы отметить по результатам прошедшей 10-минутки. Думал, и в принципе хотелось бы отметить целостную игру команды ATB. Там великолепно отыграл практически каждый игрок. Ну, не практически, а по факту каждый игрок. Они делали очень грамотное решение по заходам, правильно нажимали свою расходку, никуда не спешили, размеренно играли. Великолепно отыграл Шафт в первом раунде. Он дал 34 минуса за карту. Это отличный результат для плата. Хорошие шарики. Не было... Толком не было ошибочных овердрайвов, выдал там не самую лучшую игру в нескольких моментах Флойд, но его тиммейты компенсировали те самые недоигранные моменты. Падает овердрайв после респауна, здесь будет его забирать Флойд, никто никак ему не сможет помешать в этом. И теперь вопрос, будет ли переигровка или какое-нибудь техническое поражение, потому что респанулся он раньше всех. И, соответственно, часто в таких ситуациях судьи дают переигровки, но я не знаю, когда он долетнулся, потому что, возможно, просто все остальные долетнулись немножко позже. Хотя маловероятно, конечно. Но в любом случае нужно пересматривать данный момент. А вот уже красная команда просто влетает на вражескую базу, соответственно, будет подхват флага от Флойда, реализация аптечки, подхват флага от Паладина, и, возможно, это будет уже первая доставка. Хотя подождите, Little Hope тоже получает. Дезрайдер тоже сливается, выстрел шарика, подхват знамени, и счет будет становиться 1-0. Но здесь, если от Флойда был долет немножко раньше, то по логике вещей судьи должны давать переигровку, потому что этот овердрайв сейчас был решающим. Все очень просто. На самом деле я с тобой немножко поспорю. Флойд свой овердрайв дал на чужой базе в никого. Да? Да. Они увозили с базы, и он нажал свой овердрайв как раз таки в никого. Mm-hmm. И если разбирать момент с человеческой стороны,
то переигровку здесь, ну, давать не за что. А если и вправду он забрал этот с технической стороны овердрайв из-за раннего делита, то я бы сказал, да. Ну, это будут решать, это будем решать не мы, а наши великолепные судьи. Хотелось бы отметить, вновь Дик Стейси дал великолепный шар, если бы не он, то не было бы этого увоза, но Глади For My Lover раздается под Литл Хопа, под сводку Дик Стейси, вновь решает. Очень крутой игрок. Ну да, во-первых, нужно посмотреть на тайминги, потому что я не засекал, когда он прожал кнопку. А во-вторых, здесь другой момент, что были ли шансы у кого-то из вражеской команды, допустим, забрать. Нужно чисто пересматривать и вот смотреть на замедление, всю микро и макро игру на карте в этот момент. Но, кстати, вот кейка есть, но сверху он от Морганы получает выстрелы, поэтому, скорее всего, далеко от воза здесь не будет. И я уже наконец-то хочу посмотреть на какой-нибудь хороший заход. То, что вот произошло в начале, я даже не знаю, как к этому относиться, потому что они забрали оверку, зашли. Ну, ты говоришь, что оверка была в молоко, я в целом пропустил этот момент, я тебе верю. И, соответственно, получилось у них вывести за счет того, что была хорошая встреча от тиммейта. Вот сейчас была раздача, шарик делает один минус в атаке, и раздача кика под Моргану. Моргана получает много урона, здесь есть выстрелы молота, пытается он отвозить как можно дальше. А ну-ка, Дик Стейси, на самом деле ответственный выстрел. Веси пытается помочь своему тиммейту, и по идее это будет доставка уже второго флага. Да, да, за 2.5 минуты получается. Нет, за 3.5 минуты они доставили уже целых 2 флага. Это много для данной карты. Боже, как же они хороши. Вот что я хочу сказать после этой атаки. Великолепное прожатие от Морганы под базой противника. Великолепный шар очередной от Дик Стейси, который убивает Куда под овердрайвом и дает команде ATB вывести. Великолепный овердрайв от Десрайдера, который респит практически всю команду противника и ставит очередной флаг. ATB показывают нам невероятную игру. Я еще никогда не видел от них такого уровня. Глади For My Lover что-то там застрял и не собирается делититься по ходу дела. Возможно, он залагал. Но тем временем игра продолжается. У Морганы есть очередной овердрайв. Он его раздает под MVIT и Десрайдера. Будут заходить через центр. Флора с шариком, но его сливают. MVIT заходит. Кут без расходки, и это будет очередной увоз на центр. Здесь встречают его 4 корпуса. Флора ничего не сможет сделать. Нет, он выдает шарик. И Кико здесь возвращает флаг. Великолепная игра от Флоры в этом моменте. Если бы не его шарик, здесь не было бы и никакой речи о возврате. И Little Hope с Кико делают неплохую контратаку. Немножко он его блочит. Литл Хоп живет. Моргана здесь ничего не сможет сделать. И это будет первый флаг для команды Феечки. Интересно, что же происходит с Глади For My Lover. Потому что он уже секунд 30-40 точно стоит в одном положении. Но, я тем не менее... Я очень переживаю за его судьбу. Слушай, он просто лежит. Вылетел, слава богу. А что по запасу у нас, и мне интересно, почему никто не заходит, Феечки играют вчетвером, и как это воспринимать? Вот только недавно со Славой Майло разговаривали про замены, про то, что сейчас не нужно набивать раунды, и говорили о том, что игроки запаса расслабились, потому что они уверены, что в случае чего могут получить краску, и, соответственно, могут не приходить и не появляться на официальных играх. Хотя, конечно, про этот случай утверждать не буду, потому что человек обновился и, соответственно, уже на карте находится. И, кстати, Колд пытается вывозить флаг, он наверху находится. Если вниз прыгнет, то, возможно, Кика или Флора смогут ему помочь. А ну-ка, есть подхват со стороны игроков. Флойд выстреливает и получает шарик в спину. И это ему помогает, кстати. Поэтому они возвращают, и все у них хорошо в этом моменте. Флойд великолепно отыграл в этом моменте, он вырубил шарик Флоры. Если бы не этот овер, то команда Феечки ставила бы второй флаг.
великолепно отыграл в этом моменте Флойд, и вот он нам доказал, что он может нажимать не самые ужасные овердрайвы, и в очередной раз Gladi for My Lover залагивает, и нужно сейчас делать замену для команды Феечки, потому что до начала матча хотелось бы отметить то, что они играли в шестером. Вот тем временем заходит секунда, и будут Феечки пытаться. Замена есть. Но Gladi for My Lover до сих пор не вылетает. Интересно, что на это скажут наши дорогие судьи. Флойд берет очередной флаг. И будут вывозить на центр. Да, у Феечек не столько складывается игра, сколько им еще и руинит игру интернет игрока Gladi for My Lover. Ну, благо он хотя бы не респается и не мешает своим корпусом противнику. Секунда берет диктатора Страйкер. 2.5 минуты есть у Феечек, чтобы попытаться камбэкнуть в 3-3 хотя бы. Нужно хотя бы сделать ничью, потому что следующая карта Иран. Насколько я знаю, Феечки тоже любят очень сильно эту карту, играют на ней активно. И очередная раздача от коллектива ATB на базе противника. Убивают практически всех. Сейчас флору контролят. Секунда, Кут может нажать овердрайв, но не нажимает его. Флойд подхватывает очередной флаг, пытается выдать овердрайв, но не получается. Долго держат Феечки, пытаются прорешать этот момент. И да, будет возврат, и Кут подбирает очередной овердрайв. Отличный деф от команды Феечки, но не принесет такой деф успеха в таком противостоянии, потому как нужно и уметь атаковать. К тому же, когда остается 1.5 минуты, и вы проигрываете со счетом 3-1, мне кажется, точно нужно задуматься над атакой. Есть некоторые овердрайвы, есть самое главное оверка флора, которая мне очень интересно, как будет использована. Но в этом раунде не хочется вообще говорить даже про игру от Феечек, потому что у них действительно была техническая проблема. Очень долго не было человека на карте, и, соответственно, мне кажется, в некоторой степени это их подавило. Но смотрите, несмотря на это, они все равно до конца пытаются играть. Значит, есть еще порох в пороховницах, и вопрос, что будет на Иране. Но, как минимум, они показывают, что заряжены, и Иран может быть вполне себе интересным. Ну да, наплата там, что в первом раунде действительно как-то у них не очень пошла игра, в то время как противники действительно хорошо отыграли. А во втором раунде понятно, что произошло. Но самое главное, чтобы на Иране, собственно, на своей хорошенькой карте у них все получилось. И вот эти 15 секунд, это уже ничего не означает. Ну, допустим, посмотрим, кто оверку заберет, но это не имеет значения. Меня вот больше всего интересует Иран. Да, Иран обещает быть интересным, потому как Феечкам нужно камбэкать сейчас этот счет. Пока что, хочу сказать, мой предикшн не сбывается. Я думал, это будет 2-1 в пользу Феечек. И я могу сказать, что я очень рад тому, как показывают себя ATB. И когда я думал, что этот клан закончит турнир со статистикой максимум 1-3, то я бы сейчас сказал, что они могут и 2-3 закончить. Но опять-таки это все зависит от того, кто им попадется в дальнейших этапах в сетке. Потому как предсказать эти моменты практически невозможно, потому что мы видим вот такие исходы. Это уже не так очевидно, как в этапе претендентов. Будем смотреть за успехами ATB в дальнейшем, потому что после этого матча лично в моих глазах их уровень приподнялся вдвое, а то и втрое. Команда показывает великолепный результат на первой карте. Я надеюсь, что они будут продолжать в том же духе. И я бы сказал, что у них есть шансы даже против топовых коллективов. Есть у них должная сноровка и уровень.
Ну да, да, я согласен, что действительно со сноровкой у них никаких проблем нет, и нужно только играть. Нужно только играть, не останавливаться и не пугаться каких-то топовых коллективов, которые порой тебя могут своим именем и своими никнеймами сбить с толку. И, конечно, будем на все это надеяться. У нас тем временем появляется ссылочка на следующую карту, то есть на Иран. Сейчас мы зайдем и покажем вам картиночку. Ну а вы, господа зрители, можете в чате написать, за кого болеете. Как вы думаете, получится ли у феечек сейчас откамбэчить, показать, что все то, что мы только что видели на Иране, это просто глупая ошибка? Либо нет, и феечкам пора прощаться со всеми. Ну, прощаться им еще рано. Это если они даже проиграют, то это будет всего лишь первое поражение. Напомню, чтобы вылететь с легендарного этапа, нужно хотя бы три. Три поражения будет равно вылету из турнира. Надеюсь я, что смогут эти команды еще показать нам игру и не будут сдаваться, идти как минимум до конца, потому как хочется видеть от них чего-то интересного в дальнейшем. Вот я вижу сейчас интересный сетап со стороны ATB. Я надеюсь, что они будут продолжать этим сетапом играть на этой карте. Потому как выглядит пока что очень интересно. Для тех, кто не видит, могу прокомментировать этот момент. Это MVAT на Паладина, Тесли, Амрагана. Моргана на Ареса Громе, также у нас Флойд на Хантера Рикошете, насколько я понял, будет еще Крусейдера Шафт и сигнатурный для Десрайдера Викинга Молот. Интересно, что может такой сетап на этой карте. Вот есть какие-то в данный момент непонятки у команды Феечки, что-то у них с игроком Gladio for My Lover. Есть у него какие-то лаги, и будем надеяться, что в этом раунде не будет вылетов от этого игрока, потому как они могут увенчаться самым лучшим результатом для своих тиммейтов. Вот так. Нам писали, что у нас здесь какое-то напряжение между нами присутствует, а вы лучше бы командам написали, вот им точно не помешает сейчас выпить чаечка и расслабиться, потому что действительно ситуация не располагающая к расслаблению, когда у тебя человек лагает, и ты понимаешь, что сейчас на Иране может приключиться то же самое, что приключилось только что на Плато. И, соответственно, точно нужно вот сесть и понять, что, ну, даже если мы проиграем, ничего страшного, самое главное сейчас не заострять на этом внимание. Ну, вылетит он, ничего страшного, быстренько заменит секунда, и сыграете вы прекрасно. Да, конечно, может быть, с какими-то заминками, но ничего страшного. Подумаешь там, не выиграем что-то или выиграем. К тому же мы из турнира не вылетаем даже после этого поражения. Поэтому все нормально. Феечки, расслабьтесь, расслабьте свои крылья и играйте в свое удовольствие. Да, хотелось бы, чтобы это было именно так. Пожелаем удачи этому коллективу в этом раунде. MVAT делает невероятный прыжок на стену, будет пытаться забрать этот овердрайв. Но там же Gladio for My Lover говорит «нет». Мой интернет в порядке, я заберу этот овердрайв, и мы будем с моим коллективом совершать первую атаку на данной карте. Не самые лучшие респы для Little Hope и Gladio for My Lover. Не будут они здесь раздаваться. Играют оба коллектива с двумя ближнебойными пушками, то есть по одной в каждой команде.
Интересно, как это будет выглядеть в дальнейшем. Есть первая микроатака от Gladiator Mailower и Куда. Куд будет заходить на флаг, будет пытаться увозить его на центр, но там уже два корпуса его встречают и не оставляют ему и шанса на это. Дик Стейси занимает левый для своей команды фланг и будет здесь напрягать команду Феечки, но Кико не думает так и сразу отправляет его на респы. А ну-ка, есть в атаке синий паладин, наверное, был. Да, был в атаке синий паладин. Но, опять же, проблема в том, что особо нет овердрайвов, и вопрос, на чем можно сделать полноценный заход. То есть флоры уже сливают, култ есть в атаке, у которого тоже все заканчивается, и, соответственно, нужно на каких-то припасах хотя бы. А вообще, по-хорошему, на овердрайвах заходить на вражескую базу и пытаться что-либо сделать. А ну-ка, Глади сейчас оверку на центре постарается забрать. Хороший шарик, делает трибл килл. Нет, дабл килл. Нет, трибл килл. И сейчас будет атака со стороны красного коллектива. Ну, давайте, проатакуйте. А ну-ка. Незрайдер получает выстрел шафта, и ничего он больше не сделает. Я не знаю, от кого будет атака. Наверное, теперь от синих. Либо их тоже остановят плюс-минус на центре, никакой атаки не будет, и потом будем говорить, что будет атака от красных. Нет, Кика, кстати, использует неплохо свою оверку, дает два минуса, подхватывает аптечку, выбирает оптимальную траекторию, чтобы Флора подхлоповал их, Стейси успевает выстрелить, и Плойд респится, господи, какой божественный респ! Три синих игрока, респится Флойд, отлично выстрел шафта Дик Стейси, и это возврат! А как это произошло? Везет, невероятно везет команде ATB, но в этом моменте Феечки точно так же не доиграли. Безидейный овердрайв от Флоры был выпущен в ковры. Если честно, может быть, я что-то не заметил, но, насколько я понял, этот овердрайв был целью захилить Кико, но там и так лежала аптека, то есть не поступила об этом информация. MVAT заходит на базу против Little Hope и будет пытаться вывозить. Вывозит на правый фланг под своего шафта. Шафт здесь будет встречать. Также есть Хантер. Здесь уже респуется Моргана. И, насколько я вижу, команда Феечки уже никак не сможет им помешать поставить первый флаг. Но шафт дает грамотный минус. Нажимает Кут Овердрайв. И должен, обязан здесь возвращать в этом моменте. Да, он будет хватать. Сейчас еще вернет, плюс ко всему. Но Дезрайдер уже его здесь не отпустит. Но великолепный овердрайв от Куда закончился возвратом для своей команды. Раздается Gladiator Mailower и Little Hope. Little Hope немножко запнулся, не понял, где находится флаг. Под него респуется Дезрайдер, он будет без овердрайва. И Феечки здесь, в этом моменте, уже обязаны ставить флаг. Великолепная защита от Феечек. Если бы не минус Флоры на базе, Куд бы просто-напросто не успел подъехать со своим овердрайвом. И Феечки ставят первый для себя флаг в этой карте. Пока выглядит очень интересно, и этот бой выглядит очень равным. ATB продолжают давить, вывозят очень далеко. Моргана опять откидывает великолепный шарик. Отличный респ от Флойда. Боже, как же ему везет. Это уже второй респ от команды ATB, который просто решает ситуацию. И Флойд ставит этот флаг. Счет 1-1. Очень интересно наблюдать. Да. Ты заметь, Флойд, кто овердрайвы собирает обычно? Тоже Флойд, потому что у него респ отличный всегда. Что-то нечисто с этим парнем, мне кажется. Потому что, посмотри, постоянно респится, постоянно в нужном месте, в нужное время. Интересно. Кул тем временем пытается заходить, вывозит флаг на центр, появляется Сурия Дик Стейси, Кика еще попытается что-либо сделать, но Дезрайдер уже отреспался, это был возврат. Там, кстати, написали, что прожал человек ДДшку вместо того, чтобы прожать ДАшку, и, соответственно, из-за этого красные не поставили. Я вот не буду утверждать, это так или нет, но, во всяком случае, я не видел, потому что моя камера далеко находилась, а ты что можешь сказать? Объясню по этому поводу. Наоборот, это было правильным решением прожать ДДшку, потому как там был паладин на овердрайве, и если бы он прожал свою ДАшку, то на него и так накладывается эффект пробития.
собственно, у тебя не будет ни двойного, ни двойной защиты, ни двойного урона. Ну, то есть это... Он попытался сыграть на максимальный урон и сделал все, по-моему, правильно. Я бы сделал точно так же. Little Hope пытается вывозить на центр. Там не будет встречи. И да, отлично отыгрывает в этом моменте ATB. Не дают коллективу феечки вывозить. Кико прыгает, но опять-таки безыдейно. Флойд по неизвестной мне причине не хочет уходить над элиты. Считает, что Моргана с овердрайвом не хватит для того, чтобы отдефать базу. Кико едет с овердрайвом. То есть уже готова контра на этот шарик. Но будем смотреть, как он реализует этот овердрайв. И вновь прерывают ATB атаку от феечек. Счет 2-1. Пока ведут ATB. Смотрятся все так же хорошо, как и на первой карте, но здесь уже уровень равный. Я бы не сказал, что одна команда играет лучше другой, просто вот условно ATB в этой карте невероятно везет с респами. Кика забирает очередной овердрайв, будет заходить Моргана на КД, но нет, появляется ДАшка и не может он на огнемете продавить эти респы. Не бросают деф коллектив ATB, не собираются они больше отдавать флаг своему противнику. Моргана начал отыгрывать от дефа, Кут нажимает овердрайв, будет убивать Дезрайдера, сейчас будет MVT, Дик Стейси дает шикарную сводку, но здесь нужно встречать, куда нет никого, его не могут добить, он просто шикарно увиливает. Влади Формай Лавр делает великолепный респ, ему здесь можно было попытаться нажать свой овердрайв, просто дабы засейвить себя, но возвращает коллектив ATB. Да, вот это поворот, вот эта ситуация Ситуёвина. Ну, соответственно, 2,5 минуты до конца красные ведут точно так же, как они вели на карте плата. Но сейчас разрыв в один флаг, а это значит, что как минимум можно сыграть в ничью в этом раунде, а возможно даже победить. Но здесь самое главное запотеть, вот уже делают какие-то выдвижения феечки, то есть Кика заезжает на свои оверки, ну не знаю, раздастся там, не раздастся, или он уже раздался. Шарик от Флоры, поздний шарик, потому что... Не получилось задефать своего тиммейта. И сейчас Little Hope будет подхватывать знамя. Вопрос траектории отвоза. Нужно ему несколько фрагов делать. Моргана не успевают слить. Флора, скорее всего, далеко не вывезет. Во-первых, припасы. Во-вторых, слишком мало здоровья. А ну-ка! Есть еще некоторые игроки. Флойд оформляет возврат. Култ будет подхватывать. Получает очень много урона. И ничем это так и не увенчалось. И... Для феечек все печально. 1,5 минуты у вас есть, хотя бы один флаг вы просто обязаны поставить. В это время MVIT во время дефа своей базы сказал: ребята, вы справитесь сами, а я поехал, потому что они давят нас. Он сделал полностью грамотное решение. Кто не понял, феечки очень сильно давили красный коллектив и... Не могли никак они разжаться. Что сделал MVIT? Он решил запушить вражеские респы. Это было сделано специально, не по стелсу. Его увидели, и он отвлек на себя внимание двух игроков, и в то время его команда смогла дефать свою базу. Я надеюсь, это было так, как я это понял. Если это было так, то респект MVIT за такой мув. И здесь будет ставиться уже третий флаг коллективом ATB. Великолепно отыгрывают они в этом противостоянии. Хотелось бы увидеть от них еще больше результатов. Они будут выходить в сетку 2-0. Там им будут встречаться такие противники, скорее всего, как Team Pointers, которые сегодня играют против Black Mirror, и победитель пары Red Notice против Токсиков. Кстати, в чате там писали, что тем временем побеждают Токсики Red Notice, что не может не радовать. Потому как Red Notice пока идут на непрерывной серии побед. И заканчивается это противостояние в пользу ATB со счетом 3-0. Немножко я был поражен уровнем феечек в этой игре.
Но будем надеяться на то, что эта команда соберется, сделает работу над ошибками в данном матче, и мы увидим новых свежих феечек без тех ошибок, которые они допустили в этом да, матче. Да, все очевидно, это потому что ОДД залагал. Если бы он не залагал, феечки выиграли бы сейчас. Здесь даже говорить не о чем. Поэтому ОДД не лагай, не лагай больше. А у нас тем временем уже конец стрима получается, и через 18 минут будет следующий стрим, я правильно понимаю? Да, никуда не переключайтесь. Следующий матч будет между The Dreamers и Team Sincerity. Он обещает быть очень интересным. Посмотрим, распикали ли эти команды карты, чтобы дать вам мини-спойлер. По-моему, первая карта будет Red Alert, по поводу второй карты еще решается. Но я бы вам советовал никуда не убегать, потому как через буквально 15 минут будет еще более интересно, чем было сейчас. Да, намного интереснее. Сегодня комментировали для вас я, Александр, мистер Деус, мой напарник Даниил Генюн. За картинку отвечал наш по совместительству администратор и оператор Дмитрий 55. Не переключайтесь, через 17 минут мы возвращаемся, правда уже без меня, и показываем для вас крутой матч.